Всем привет, с вами Фил, и сегодня мы послушаем компактный басовый усилитель Custom KXB1. Таскать с собой эти громоздкие усилители? Нужно взять с собой басовый комбик, но есть только рюкзак? У нас есть то, что вам нужно! Компактный 10-ваттный басовый комбо-усилитель с динамиком целых 6 дюймов! Этот малыш имеет не одну, не две, а целых три полосы эквализации, а также ручку громкости и выход на наушники. Но и это еще не все. KXB1 имеет специальный разъем для подключения MP3-плеера. Компактный, 6-дюймовый, 5-дюймовый, 10-дюймовый. Да, нет. Не что? Надо перед микрофоном рукой махать. С динамиком целых 6 дюймов. Да. То есть мы вообще угораем. Давай пишем.